продается автомобиль ВАЗ 21099 99 года, пробег 172 тысячи, серебристый металлик, серенькая такая, приятная на вид машина. Карбюраторная, 1.5 объем двигателя, пятиступенчатая механика. Салончик. Машина была обработана полностью антикоррозийкой вся. Нигде не гнилая, ни разу не перекрашивалась, ни битая не была. Родной салон. Фары обычные, сигнализация, передние центральные замки. В хорошем состоянии машина за 11 лет. Все целое. Начальная стоимость автомобиля 4000 долларов.